Опа, еще свистя. Опа, вот и гаст. Лагать нереально просто. Я услышал гаст. Хоть кто-то услышал газ-то. Поднимись наверх. Наверх? Да, тут это. Светящаяся хрень. Как ты ее называешь? Ого! Да блин, да хватит. И все зависло опять. Как еще выражать свои чувства умственно отсталому, а? Ну ты же не умственно отсталый. Ну давай сыпь. Когда насыпется, я себя таким чувствую. Почему? Не знаю. Смотри, как я бегаю и собираю. Да я-то вообще-то ее разбиваю. Так что мне и не надо. Ё-моё, сколько ее сыпется. Сколько нам всего нужно ее? Много. У нас почти два стака. Мало. Стейк. 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 Ладно, не будем спорить о названиях. И лучше найдем гаст. А что за слезы газ-то дают? Их зачаровать. Для зачарования нужны, я не понял, какой именно эффект. Они что-то это самое. Нафиг нужно. Не, они что-то все время газ-то сейчас Ой, над этим питают. не для зачарования, а для этого. Для зельеварения. Костян, ты помнишь, откуда мы пришли Да, всегда? и я помещаю. А, какой ты хитрый. У меня А вдруг опять. их разнесут? У меня все Вот зависло. там, походу, по-любому газ летал. Вон, видишь, там все горит. Сейчас я пойду у того чувака спрошу. Не нарывайся там. Товарищ Человек Свин, вы не видели Гаста? Он не хочет со мной разговаривать. Да чел медведь свин. Простите, вы не видели Гаста? Крепс, найди мне. Говорит, что видел. Ничего не сказал. Да ладно, ты чё? Ну иди поговори сам с ним. Не буду я с ними разговаривать. Почему? Они Все плохие. из-за того, что они стрёмные такие, да? Ну и чё? Ты себя-то видел? Блин, Два успокойся. колхозника приперлись в ад. Успокойте его кто-нибудь, а ты слишком много говоришь. Так. Я опять все завис. Пошли светящуюся хрень себе. Ё-моё, смотри сюда. Это красиво, однако. А ты где? Иди по камню. По камням. Блин, как все виснет-то, господи. Там грибочек. Так, надо дальнюю поставить на секунду, посмотреть, что там вообще нас ждет. Кроме лагов ничего. О, гаст. Где? Вон там. О, он стреляет. Ложись. Так, надо отбивать, надо отбивать. Блин, блоком вроде отбивать надо. Я отбил. А, ты отбил. Отъел. Ну и отбивай дальше. Блин. Да блин, что у меня? Если они слишком близко, их нельзя отбить. Туши пожары пока. Ой, я в яму упал. Да я его лучше так убью, что не хочет с нами драться. У меня 24 стрелы осталось. Я думал, скажешь, у меня 24 техно. Ты что рекламой занимаешься? Да Они нам ладно, не забей. платят. Они нам не платят. Ну Ладно. пускай Вадик занимается рекламой бесплатно. Нифига себе тут равненько. Грибочки! Блять, Грибочки! все зависло. По нам по льбу ведут. Да, я убил Его его. завалил. И достижение получил, которое вот его убить. А ты говорил, у тебя И лука нету. я сказал. С него выпал порох. И мне достижение дали, самое Порох главное. с него выпал. Да, с него порох падает и слезы. Вот это и марь. И Марь. И марь. Че это такое? Эмо. Эмма? Эмо, А, right да. boy, Эмо. Ну все, я понял. Некоторые тушить не будем, чтобы тут светло было. Так, что-то мы камень не ставили. Да, надо поставить, а то забудемся. Просто я был занят битвой. И получением крутого достижения. Ифрита, блин, найти бы, Ну вот как бы он они. нас не завалил бы. Но они в это как раз в крепостях. Ну, продолжаем поиски крепости.
там потом. Что-то в этот раз ад какой-то огромный. Вниз будем спускаться? Нет. У меня дальняя прорисовка стоит, я там ничего не вижу. Там просто равнина какая-то и поджарена, молясь. Да я вижу, блин. Да? Я же говорю, у меня дальняя стоит. А. Куда идем? Туда. Эп. Иди за мной. Опять реклама, да? Ты достал. Вырезает. Я звук убавлю в этом моменте. Никто не рекламирует, кроме нас. Причем бесплатно. Это пиар. Пидар. Это пидар. Стой, ты где? Меня залагал жутко. Вот ты где. Где? Ух ты. Там лава. Лава? В аду? Ты что, дурак? Ой, грибочки! Ё-моё. Мухомора? Да. О, собирай. Собираю. Вырастим потом большую байдовину. Да. Чур ты в ней живешь. Ладно. Знаешь, на что похож? На фургон. Почему? Ну ты тогда помнишь, дом себе делал в гриб? Ну да. Он на фургон был похож. Ну и чё так? Ничего так фургон? Ты наверх что ли хочешь подняться? Ну да. Я иду за тобой. Так, я чуть не уверен, что мы назад вернемся теперь. Ты камни ставишь? Да. Так, все, сейчас мы подойдем к краю, посмотрим, есть ли крепость. И уберем дальнюю прорисовку, а то тут вообще лагает. Нереально лагает. Да ни хрена тут. Я сейчас спрошу местного. Чувак, ты не видел? Он от меня уходит сразу. Ну, эй, парень, ты не видел тут крепость? Ну, уж скажите, как. Молчит. Да хватит с ними разговаривать, ты достал. Я чуть не грохнулся вообще, прикинь. Ну, вот, это не надо было разговаривать. Тут под нами-то какой пролом. Как ты туда перепрыгнул? Где я? Где ты? Да. У меня лагает все, я вырубаю дальнюю прорисовку. Ты, короче, чуть не грохнулся прям в огромный провал. Да. Нормально. Да, реально, где ты сейчас вообще? Иди по камням. Так вот два камня стоит и все, больше нету. Ух ты, море какое лавовое. И дырка посреди него. Ну, теперь смотри. Вот, я наверху, слева, сзади. Ага. Чё ты там делаешь? Я ищу крепость. Ну-ка напомню, зачем мы крепость-то ищем? Ифрит и бородавки. О, газ где-то стреляет. Где он? А по кому он там стреляет? Ну не знаю, он стрельнул, наверное, по нам. Я не видел. Да блин, я слышал. Опять все лагает. Хочешь, сейчас с местными поговорим? Да не надо с ними уже разговаривать. Они себе ничего не... Они нас обманывают. Да и чё все виснет, зависает? Идите нафиг все. Кто идите нафиг? Да все. Ух ты. Кто все? Ты чё, про тех, кто нас смотрит? Нет. Ты чё, борщишь вообще? Нас никто не смотрит. Вырезает он. Вырезает однозначно. Ой, я камни давно не ставил. Да. Ты, ну, можешь будешь напоминать? Тут поле... Грибочки! Чё там мухоморов уже нахрена у нас? Вот может, это... Может, они что-то хотели сказать? Устав короче, этим. Я займусь часом конвертирования, что вот это вот все сделал, монтаж с грибочком и с яблоками. Отдельное видео, что ли? Нет, это будет новое, прям реально. Ну там долго он конвертирует, потому что. Ой, рендерит. Смотри, там светящаяся херня. Будем собирать.
Короче, вот, я займусь рендером, наверное, часа два, вот все этой си... Опа, крепости Фрита. Ура! Так. Ой. Вон, вижу Фритов. Звук их можно валить? Да. О, все, теперь прогрузилось. Че, спрыгивать вниз? Сейчас, подожди. Что-то их до хрена там, а? Так и надо. Вот и это чё? Вот, сейчас мы сдохнем, скорее всего. Сейчас я поем. Я в одного засадил. Так, а ты где спрыгнул? А, вон где. Пошли. Я убью одного. Ну, пошли. Да, я не могу так играть. Эти лаги, они меня убивают. Вот еще один. Короче, нам палки нужны. Блять, я грохнулся с крепости. Так. Блять. Тут мост какой-то огромный. Ема, знаешь... Мне, наверное, очень громко будет слышно. Да? Мы вчера 30 децибел поставили и не убрали. Ну и чё, ну посмотрим. Ты тут не надо смотреть. Бавишь звук, если чё. Слушай, из этого Фрит ничего не выпал. Ну, не он что-то сам с собой загорелся. А, да. Думаю, мне поджог. Костян, я сейчас сдохну. Как? Зачем ты разбился? Блин. Вот ты нук.